Заседание оперштаба началось традиционно. Городское хозяйство доложило о выполненной работе. Из полученных неделю назад поручений коммунальщики сумели выполнить 4. На улице Красная в одном из подъездов дома номер 174 силами работников ЖКХ вновь зажегся свет. На набережной улице в доме 7А восстановили отопление в квартире. В микрорайоне Рекинцо избавили местных жителей от строительного мусора. А на улице Лесная рядом с 9-м домом заделали яму. С ремонтом ступенек в подъезде дома номер 9 по улице Баранова, как и с большинством других жалоб населения, городское хозяйство справиться не успело. Коммунальщики приготовились было получить очередную порцию претензий от пришедших на заседание жителей, но случилось чудо. Их стали хвалить за оказанную помощь, благодарить оперативный штаб, а заодно и руководство администрации. Пусть таких благодарностей у вас будет намного больше, чем нареканий. Эту благодарность я отдаю Щелоковой Юлии Борисовне в оперативный штаб. Новые поручения службы ЖКХ все-таки получили, в том числе и от благодаривших их солнечногорцев. Ну а по синьке ли шапка шита, станет известно на следующем заседании оперштаба.